Но задача стояла непростая, я скажу, перед компанией, поскольку помещение небольшое, и нужен был камин маленьких размеров в то пространство, которое уже имелось. Его надо было встроить. Но я считаю, что компания очень удачно и профессионально справилась с данной задачей. Да, сроки соблюдали, то есть те сроки, которые были запланированы, компания в них уложилась. Да, я порекомендую, я даже скажу так, что делайте, стройте печи и камины в печном мире.